все-то чуть-чуть, да. Это чтобы взбодрились сразу. Привет! Че, как настроение? Да-да-да-да. Что-то сейчас позовем мать, наверное. Тихо-тихо здесь, видимо, не выходит Дед Мороз. Или Снегурочка. А можно что-нибудь с этим сделать? Я просто сам чек убежал даже заранее, потому что у меня прям пробой. Я буду переводить. С армянского на русский. Все свои все понимают. Сейчас я верну. Фальшстарт, ребят, давайте еще раз 16 тон поставим, мы уйдем и послушаем еще раз песню и выйдем. С аплодисментами, там, как мы все делаем. Давайте, играйте, хорош болтать, да? Ну, мы же все знаем, у нас концерты чаепития еще, правильно? Проходят они, естественно, в таком же расслабленном режиме, вот, у нас дети, во время чаепития. Ну что, друзья, на самом деле, я сообщу новость. Пока что мы выходим в небольшой такой отпуск, да, бытовой небольшой. Маленький, небольшой, да, совершенно. Небольшой, да. А посмотрим уже, как что будет, посмотрим. Все зависит. А потом как грянем снова, да. Сразу скажу, на меня не смотрите. Погнали. Когда
Что, разогрелись немножко? Не очень слабо, да? Ну, кстати, электрические концерты мы с этой песни начинали. С песни «Ничья» мы очень много начинали. Да, «Ничья» начинали, да. Даже со следующей песни, я тебе скажу, начинали. Только, по-моему, тебя еще в группе не было. Но об этом история умалчивает в книге. Ну, это уже другая история. Длинные волосы. Да, помнишь, как мы это устраивали? День шопинга. 2007 год. Так, поем. Перед этой песней у меня вопрос к вам, друзья. Из присутствующих в зале, кто давно слушает «Трактор Боулинг»? А недавно? Да. А прям вчера? Да. А очень давно? Так, и у меня вот подозрение небольшое возникло. Кто же все остальные люди? Кто же нас так посмотрел по рукам? Пока еще как-то вот прям, да. Ладно, сейчас проверим. Шаги по стеклу все пойдут. Кошар. Разве... Сердце, что бьется все тише.
Я много раз на это намекала. Ау. Ау. Это ложная тревога. Там выпишите куда-то. У нас же чаепитие. Куда ты торопишься? Валера. Сам ты Гваркан. Ну надо, Валера, не надо. Только не сейчас. Так, все, перед этой песней все время все включается. Все. Молодчок! От начала всех времен. От начала всех времен. Четверяков. Я тогда представляю.
Всем привет! Андрюх, начинай, мы просим, Песня называется «Freak on the Leash». Это не Iron Maiden. Просто представил себе, поскольку посмотрел Iron Maiden на Рок-н-Ролл парке. Так, Колян Стравинский, не вы были там оба на этом мероприятии, мне дико понравилось, я посмотрел. Ну, не будем об этом, у нас скоро. Thank you.
Ну, правда, было круто. Очень круто. А сейчас будет шок, потому что особенно вот это... Да. А где, кстати, причины? Причины следственные человека? Следующая песня. Эй, а колдун-то где? Ну, как всегда. Человек всегда выпадает. Придется ждать, пока он не выйдет. Потерялся мужчина-колдун. Мы ему в Самаре пообещали сделать, да? Потом в Тольятти на солнечке мы это сделали. Сейчас я попробую вспомнить, как мы это сделали. Да. Вы, кстати, без меня прогоняли это все? Пытались. Ну тогда с вашей помощью. После Тольятти я уже ничего не помню. Кроме свитера. Больше ничего не помню. Только свитер, да. И я как олень, который орал на всех. Не, ребят, вам надо всем побывать в Тольятти на акустике. В клубе «Синяя дыня». После этого вы будете рады всему, что у вас в жизни происходит, и у вас вообще не будет проблем никогда. Вообще. Любая проблема в вашей жизни будет казаться вам так. Ерундой. Я когда увидела название, все поняла, да. Ладно, погнали. Сейчас попробуем. Корабли на причалах ждут свежих.
получилось. Ну, вообще, ну, решили, что песня без того крута, что не надо делать там какие-то соло, благодарить, возможно, побежали. Давайте все купить. Прошу прощения. Я не знаю, что происходит. Ну, так много играли. Мне кажется, уже всем надоело со своей пинкой. Здорово, вам спросить. Просто пытаюсь от текст. Он такой житейский. Это прям вот, когда задают вопрос в более-менее адекватных журналах, когда спрашивают, назовите песню, которую вы жалеете, что не вы автор. Вот это одна из них. Все нормально, да? Просто, а,
И так сойдет. Это не в обиду, это просто ну, разница. Разница. Ой, не говори, забей. Ты с 37,2. 37,2, да? 37,2, это температура. Это же самое страшное. И все, и я убегу. Всегда меня больше не видит. Thank you.
Давай свой микрофон, давай. Добрый вечер! Если кто-то поможет мне спеть, кавер. А то у самой плохо получается. Я устала просто, я не могу справиться с сексуальностью Эдварда Каллена. Да, конечно, это именно оно. Эдвард Каллен, это да, песня «Солнце», она входит в саундтрек к фильму «Эдвард Каллен сексуален». Что пойдет? Да, забей, забей, Валер, забей. Просто забей. Все на смело. Все твердо.
Ребята, чайничка. Слышал бы вас, доктор. Окей. Я ему передам, он дома лежит, болеет. Так, я думаю, даже 37.1. Все очень плохо. Гораздо хуже, чем 37.2. Да. Это прям вообще переходный период. Давайте, да, делаем так, чтобы Сережу отпустили.
Господи, это наш Санечка просто. Что еще сделать? Это просто наш что Санечка. Просто давайте, Санечка. Давайте поприветствуем гитарист группы Песова. Всю жизнь с нами, а тут надо его объявлять. Здравствуйте. Гитарист группы Deform. Кто не знает, послушайте сегодня обязательно. Придется, когда вот кто-то видит. Так, вот, ну что, про конкурс деформатора. Давай, пригласи уже. Будь стоять, мы потом. Вот, Саня нам поможет сыграть следующую песню. Тоже думаем, что у нас все получится. С вашей помощью, конечно. Такие все задумались, но фиг знает. Догадывайтесь, что за песня? Не подглядывай в трек-листы. Нет, у нас даже нет такой песни. Аутсайдер. Есть такая песня? Теперь будет. Понимаешь, новая песня сегодня. Есть песня «Раз новый, ты слышишь». Есть песня «Раз ты слышишь». Хорошая песня. Нет, это была песня «Шаги по стеклу». А есть еще «Раз ты новая песня». Ради близких людей.
Что, нормально зашло, не? Я за вами наблюдал во время песни, там куплеты, что-то пели вообще не все, а далеко. Песню не знаете, да? Нет? Молчит, смотрите. Не выучили, говорит. Что это такая за песня? Песня с альбомом «Бесконечность». Давайте, давайте, шума больше! Давайте все поздравим. Коля Стравинский, ждем. Коля Стравинский. Потому что Ну,
так есть. Я чувак! Извините, пожалуйста. Да не, я справлюсь. Я стараюсь как можно аккуратнее. Давай аккуратнее. Да, конечно. Это чай. Валер, забей, я потом все тебе объясню. О, моя любимая. Нет, пусть не стоит. Да, моя любимая. Стекло, закрытых окон,
все сбежали.
Для меня любое исполнение Саши совместно на сцене, да? Главное не облажаться. Проведение какое-то. Да не важно, Саша. Что-то же где-то что-то файлит. Что с ума сходит? Это мой, что ли? Раз, два, три, чек. Раз. А надо чуть-чуть прибрать, да, чуть-чуть это. А гитарку? Садка, чуть-чуть прибрать. Раз. А где-то ты? У нас всегда ничего не пропало. Thank you.
который я решила слушать, когда прикнула к вам русской альтернативной музыке. И так вот слышать, когда песня, которую, к сочинению которой ты имел отношение, приобретает вот такую вот седьмарасовскую жизнь. Это очень круто. Спасибо, Саня, огромное. Спасибо. За все. Колянчик, что-то я разговариваю, давай позже. Да, настоящий.
Кстати, очень классно. Кто-то пукнул в правую руку. Я вам просила. Слишком тихо. Боже! Валера, ну господи, блин! Ты громче меня звучишь! Зависит Тольятти, отдуваешься просто сегодня. Забей. Это поднимается просто на третий этаж. Тихо не должно быть, потому что сейчас нас ждет дядя Коля. Только ж без него ты просто уже 128-й концерт. Thank you.
помнится. Ну, не все, не все. Ребят, слушайте, у меня такая ответственная песня, такая грустная, вы ее очень любите. Да, Сашка Васильев. Да, я думаю, что вы меня поддержите. Костян, я фоню по верху. По жизни. Ну, ты что, я от вас фонит, это нормально. Короче, ребят, я артист, конечно, разговорного жанра, но я сейчас немножко попою, а вы меня красиво поддержите. Всем артистам разговорного жанра. Потому что у нас так часто ломаются привычки инструменты, что мы, вокалисты, всегда артисты разговорного жанра. Да. Что поделать? Ну, мы готовы? Let's go!
по скотчкам. Это удивительный харизма человека. Этот парень дождался своего часа. Молодец! Просто я...
респект, Костя. Ты человек-робот, который, мне кажется, даже если я буду погибать где-нибудь на другом конце вселенной, он что-то пролетит и спасет меня, даже если сам будет уже мертвый. Че, здорово! Кто не знает, его зовут Ярик. Давай прибухнемся, значит, проводку, короче. Не, мы сегодня вот, сегодня мы все-таки исчезли. Сегодня мы по друзьям решили пройтись. Гремит что-то, как кастрюля, ну просто да. Сон ты кастрюля? Блин, на видео. Да, видел. Ты что, удал? Нет. Второй кавер мы припасли, и им так делаешь, да? Сегодня одним обойдемся.
немножко и придем. Придем сейчас. Все, кто без чая, может быстренько вырубить чай. У нас еще... Господи. Стёпа, ты спомолчи. Сейчас придем.
спасибо. Да, Мороз. Часто слышу во сне прошлый день, явный хохот ночей бессонный. Мы играли в любовь, добрый бой, но каждый вечер бегом из дома. Мир и зон, спорт и рок, все в этой жизни хотели успеть, но мир жесток. Не будет никогда.
17-го, собственно говоря, мы же любим видеться, да?